Неделя качества продолжилась даже после ее фактического завершения. Участники конкурса еще раз пошли навстречу потребителям и накрыли столы. Гости церемонии награждения немедленно воспользовались хлебосольством предпринимателей. Алексей Маслов отметил, реакция людей на дегустации и другие конкурсные мероприятия была немного предсказуемой. Очень положительно, это очень интересно. У нас хорошая репутация, мы очень требовательны к себе, к качеству продукта, к вкусовым качествам, поэтому все были только рады. Неделя качества в Нефтеюганске проводилась в этом году впервые. Первый блин комом не оказался, заявили организаторы. Более того, все прошло даже лучше, чем ожидалось. Изначально мы даже рассчитывали, было бы 10. Пока начали неделю качества, у нас пошли звонки. И всего насобиралось 18 участников. Я думаю, что на следующий год их будет в 3 раза больше. В России неделя качества проходила уже в 4-й раз. Главной целью этого праздника служит не только повышение качества товаров и услуг, но и жизни людей в целом. Андрей Валикжанин, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».